Гражданская война и для победителей, и для побежденных одинаково гибельна. Демокрит, древнегреческий философ. Великие потрясения не проходят без поражения морального облика народа. Русская смута, наряду с примерами высокого самопожертвования, всколыхнула еще в большей степени всю грязную накипь, все низменные стороны, таившиеся в глубинах человеческой души. Между тем, только самодеятельность народных и общественных сил могла доставить перевес в борьбе. И вот, учитывая слагаемые силы и средств боровшихся сторон, приходишь к заключению, что в отношении подъема и активности народных настроений белое движение имело немногим больше шансов, чем большевизм. Антон Иванович Деникин. Очерки русской смуты.